О том, что благотворительность в последнее время часто стала использоваться нечистыми на руку людьми с точки зрения отмывания денег или, возможно, таких легких способов послабления налогов. Да, это сейчас много случаев, но мне кажется, что большинство людей все-таки делают это с чистыми побуждениями. Мне кажется, что если у тебя есть возможность, любая, там, 100 рублей, 200, 5 тысяч, 10, и это не нанесет серьезный ущерб твоему собственному семейному бюджету, а кому-то ты можешь помочь с миру по нитке, то, безусловно, это надо делать.